Господня Пасха, Пасха всечестная нам Россия, Пасха. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Начался 81-й день войны, как всегда, молитвой. Наши батюшки, матушки, дети обошли нашу осели, дом, храм. Храм, в который привезены сегодня освященные колокола. Стою, смотрю, любуюсь и не верится, что все это получилось за 3 дня. Абсолютно не хвастаюсь, я просто, для меня это какое-то чудо. И я все никак не могу это принять, не могу понять, как пройти мимо, забыть или что. Впереди очень много еще работы будет. Завтра, может, даст Бог, уже приступим к следующему делу. Вот, поэтому всем спокойной ночи. Храни Господь мирного неба, мирной ночи, спокойной ночи и силы. Никогда не унывать, потому что жизнь короткая по сравнению со всеми вот этими миллиардами, что происходит вообще, звезд, тысячелетней истории людей. Это все быстро происходит, и нужно только жить спокойно, никого не обижать и просто радоваться всему. Вон, даже вот той луне, которая вылазит из-за дома.